Привет, это чайник на воле, дачный сезон. Я продолжаю заниматься строительством веранды, точнее туалета с ванной. Сейчас покажу, на каком этапе я нахожусь. Так, в прошлый раз металл привезли. Лаги я показывал, заменил я лаги. Те, которые были, вот на такой брус. Вот эти лежат. Мне показали, что они немного гниловаты. Так, здесь у меня уже столб стоит из бруса. Фанера. Покажу, что у меня с фанерой. Тут я сделал стоечки, здесь будет дверь 150 доски. То есть сотка на 50 доска тут. Здесь окошко. Соответственно, пока точно не знаю, есть идея сделать здесь пристройку в виде парилки, поэтому здесь, вот здесь, в этом месте, возможно, дверь будет. Ну, сделал так. Доску повело, пока лежал, смотрите как. Вот, ну, утеплитель я показывал, здесь фанера. Прикручено уже. Шаг по краям. Здесь вот 15 сантиметров, здесь 30, здесь 20. Ну вот и все. Строим дальше.